Здравствуйте, мои прекрасные зрительницы элегантного возраста. Приветствую всех, кому слегка за 50. Это видео я начну нетрадиционно. Я покажу вам молодых девушек, потому что хочу вам напомнить, что, по крайней мере, здесь, в Италии, мода не имеет возраста. Я покажу вам силуэты, компоновки, которые носят молодые девушки, которые носят итальянки постарше. Берите на заметку самое обычное пальто, спортивная обувь, брюки, достаточно широкие, либо узкие, как вам нравится. Все это носится здесь, в Италии, итальянками, что называется, от самых-самых юных до тех, кто постарше. Итак, стрит-стайл элегантного возраста сегодня, и хочу показать вам итальянку, которая мне очень понравилась, как выглядит, и, на мой взгляд, я хотела бы, и я буду стремиться к тому, чтобы выглядеть вот таким образом в свои слегка за 50. Это яркая верхняя одежда, это леопард в качестве аксессуара, ну и, конечно же, ботфорты, и, конечно же, колготки черные, вот такие тонкие, они смотрятся очень и очень красиво. Эта итальянка тоже оставила меня просто-таки без слов, потому что она очень хорошо выглядит. На самом деле я случайно снимала на, что называется, зуме и не смогла удалить полностью образ, пришлось снимать на максимальном приближении. Но зато мы можем ее хорошо рассмотреть. Ее образ, конечно, очень итальянский. Это волосы длинные, несмотря на то, что слегка за 50. Это очки, это крупные украшения, бижутерия, как правило. Ну что ж, немного моего любимого красного. Я знаю, что в России на постсоветском пространстве, как я люблю говорить, существует некий запрет на цвета, которые нельзя носить в определенном возрасте, когда тебе слегка за, и никто никогда не указывает, сколько же лет конкретно тебе должно быть, чтобы яркие цвета ушли навсегда из твоего гардероба. В Италии все совершенно по-другому, и посмотрите, как яркие цвета украшают, ну, на самом деле, любую итальянку. Яркое пальто, яркая верхняя одежда. Если вы не очень смелы, начинайте с ярких аксессуаров. Это может быть яркая сумка, красная сумка очень популярна, на стрит-стайле часто встречается. Ну и также яркая обувь и даже обувь таких цветов, как розовый. А это тоже все, что может носиться в любом возрасте. Посмотрите, как прекрасно смотрятся итальянки-подружки. Они что-то пообсуждали, постояли у детской коляски. Это тоже традиционная ситуация, когда итальянки постарше встречаются и умиляются тому, кто лежит в коляске, как правило, бабушка показывает своим подругам свою внучку, либо своего внука. Но здесь, в общем-то, все без комментариев. Этот образ я уже несколько раз включала в стрит-стайл, потому что все очень красиво, очень грамотно. Обувь темная, как я люблю, на таких белых аутфитах, по моим наблюдениям, это лучшая компоновка для светлых аутфитов. И это замкнутый образ. Мы имеем темную шляпу и темную обувь. Здесь тоже, в общем-то, все без комментариев. Я здесь хотела обратить ваше внимание на прекрасную прическу. Это, безусловно, уложенные волосы, но и также на длину волос, которая тоже в России считается, в общем-то, неуместной, когда тебе слегка за. Это элегантность в чистом виде. Посмотрите, вы можете добиться легко такого образа, надев просто-напросто брюки со стрелкой. Брюки со стрелкой, я на них обращаю внимание, и для меня явились тоже прекрасным открытием. Очень хорошо смотрятся, очень структурируют образ, вытягивают его, делают более аккуратным, более собранным. Обратите внимание на брюки со стрелками. А здесь мы видим маму и ее дочку, но издалека не скажешь, что это мама и дочка, кажутся две подружки. Здесь, в общем-то, такая же ситуация. За счет чего? За счет длинных либо удлиненных волос. Поэтому, пожалуйста, отращивайте шикарное каре. Это можно сделать в любом возрасте. Витрина Макс Мары. Макс Мара – это, конечно же, марка, которая рассчитана на элегантный возраст. Так всегда было и так будет оставаться, потому что это одежда дорогая. Посмотрите, красный цвет, полоска, золотая цепь, очень-очень явное украшение. Итальянки любят крупные серьги и крупные аксессуары в районе шеи. Как правило, это что-то удлиненное, смотрится очень-очень красиво. Пожалуйста, очень легкий способ красиво сочетать одежду – это бежевый плюс коричневый. Небольшой каблук, толстый, конечно же, приветствуется на итальянках, я тоже его очень-очень часто встречаю. Возможно, со спины кажется, что это мама, но это бабушка, а ее дочка, то есть мама ребенка, который в коляске на момент съемки была в магазине.
Также может показаться, что это мама маленького ребенка, который лежит в коляске, но это тоже бабушка. Сейчас мы увидим, как она оглядывается. На самом деле она ждет дочку, дочка пошла в банкомат ближайший. И бабушка прекрасно улыбчива. Кстати, она уже не в первый раз попадает в обзор моды, уличной моды моего стрит-стайла. Яркая одежда и сильно выраженная индивидуальность в этой одежде, в тех цветах, которые выбирает итальянка, и в тех фасонах, которые она для себя выбирает, это, конечно же, отличие итальянского стиля, в особенности итальянского стиля слегка за 50, итальянского стиля элегантного возраста также. Итальянки смело экспериментируют, не боятся осуждения, я думаю, что они его и не получают. Мне очень жаль, что большинство моих зрительниц живет в обществе, которое осуждает многие вещи, в том числе вещи, которые касаются личного нашего выбора, того, как выглядит изо дня в день. Я считаю, что, в общем-то, никому мы не можем помешать тем, что мы надели красное пальто в 60 лет и накрасили губы красной помадой, а зубы, возможно, у нас не очень ровные. Но, тем не менее, очень часто мы получаем критику. Я желаю всем, конечно же, всем фэшн-смелости прежде всего и вот этого удовольствия выглядеть хорошо и красиво каждый день в любом возрасте. Кожаные брюки, я думаю, также могут показаться для многих неким табу для определенного возраста. Меня все время критикуют, почему я определенный возраст, элегантный возраст, но на самом деле видео об этом и видео также о том, как можно выглядеть, не прислушиваясь к чужому мнению, а следуя своему вкусу, своему желанию выглядеть тем или иным способом. Посмотрите, очень и очень узкие брюки, но почему бы нет, на мой взгляд, смотрятся прекрасно. Мама и сын рассматривают витрину, что может быть более чем мило. Посмотрите, как смело одета эта женщина и как классно, на мой взгляд, она выглядит. По поводу тапочек мое мнение остается неизменным. Кто-то сказал, что это Сабо, я скорее соглашусь, да, наверное, это Сабо, но, в общем-то, смотрится достаточно стильно, хотя я сама не надену, но это из разряда того, что на других я принимаю и воспринимаю. Видео, куда попали эти героини, я уже комментировала два этих образа, они очень простые, их может повторить каждая из нас, здесь очень простые правила компоновки, очень простая одежда используется, но здесь ключевое, конечно же, волосы, прически, они удлиненные и волосы уложенные.
Ну что ж, шум города прекрасен, звуки города прекрасны, прекрасны его жители и жительницы. Уверяю вас, дорогие мои зрительницы, что вы можете выглядеть не хуже. Секрет итальянского стиля достаточно прост. Нужно в любом возрасте носить то, что тебя украшает. Не бояться добавлять яркие цвета. Если вы чувствуете себя некомфортно в яркой одежде, то, пожалуйста, смещайте яркие акценты в сторону аксессуаров, в сторону также обуви. И с наступлением первых теплых дней модничайте в свое удовольствие, наряжайте в свое удовольствие. Не забывайте про ваши прекрасные волосы. Скоро выйдет видео, где я расскажу и покажу, как я завиваю свои волосы при помощи самых обычных щипцов, так называемой плойки. Любая из нас может стать обладательницей действительно очень-очень красивых причесок на любой длине волос, именно потому, что наши волосы очень тонкие. Мы их один раз завили, и они держатся до следующей помывки. Итальянки не обладают таким преимуществом, а на их волосах, да, завивка держится, но она должна быть сделана, как правило, все-таки мастером, потому что волосы у них более плотные. У нас же волосы легкие, легко поддаются укладке, и укладка очень и очень долго держится. Желаю всем хорошего настроения. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока!